Тобольскі для Беларусі. Супермузыка для Беларусі. Нумар адзін, я лічу. Для меня конкретно это в основном НРМ. Карамбабулю я как бы знаю, а в основном я его вижу только в НРМ. Tak já jsem tady z Česka a určitě se mi líbí běloruská hudba, NRM, Krambambule, já mám to ráda, ráda poslouchám. Přišla jsem se sem na ně podívat naživo. Proč jste tady? Proč jsem zvědavá na koncert, jaký to bude? Вольскіх это такі прадстаўнік ну сапраўднай незалежнай Беларусі, чалавек, які спявае на беларускай мове і проста ну чалавек, за якім можна ісці. Остры ностальгічны шейк, які называецца «Старыя хіпатэкі».